Привет, ребята, у меня сегодня на видео будет вот такая популярная колонка H20, и в этом видео я переделаю ее конкретно для наваливания басов. Сейчас покажу, что мы будем здесь изменять. В первую очередь надо снять защитную сетку. Так, что мы тут видим? Один большой басовый динамик, он тут как сабвуфер, как раз из него идут все басы. И также есть два вот таких среднечастотника, которые не двигаются и баса не дают. Они добавляют немного средних и высоких частот. Но так как мы делаем басовую колонку, нам не нужны средние и высокие частоты, нам нужен только мазафака бас. Поэтому это надо отсюда убрать. Также, когда в прошлый раз я наваливал бас, я заметил то, что вот эти пассивки, они очень странно двигаются, и они выходят в какой-то резонанс. У меня такое ощущение, что просто площадь у этих пассивок маленькая, поэтому они тупо не выдерживают давление от этого большого динамика. Поэтому мы вот что сделаем. Сейчас я вытащу эти два маленьких динамика отсюда, и я их уберу. А сюда мы поставим еще две пассивки. И получится, что у нас и отсюда еще будет бас идти с пассивных мембран. Также отсюда, ну естественно, сам динамик будет все это раскачивать. Погнали! И да, ребят, обратите внимание, то что здесь проводки внутри очень короткие, и они там приклеены. Поэтому если вы будете вытаскивать вот эти маленькие динамики, то вы их обязательно оборвете. И назад их будет припаять почти невозможно, так как клея там очень много. Конечно, можно это будет как-нибудь потом исправить и их вставить назад, но это будет сложнее, чем их оттуда вытащить. Итак, вот у нас получились два вот таких вот отверстия здесь, но они, видите, закрыты, и поэтому даже если сюда поставить пассивки, они не будут двигаться. Для пассивок нужно обязательно общее воздушное пространство с динамиком, так как динамик двигает воздух, а воздух будет двигать пассивку. Поэтому надо теперь как-то избавиться от вот этого пластика. Вы только посмотрите, какой здесь большой магнит стоит, да и вообще динамик достаточно большой. И он как раз подходит для моей цели, чтобы наваливать бас. Ну вот, ребят, я прикрутил уже басовый динамик на место, также я надел кучу дырок, и теперь мы проверим их работоспособность. Все очень просто, надо надавить на две пассивки одновременно, и если динамик не будет на это реагировать, значит уже воздух успевает выходить через эти дырки, не попадая на динамик. Смотрите, ребят, я чуть-чуть надавливаю на пассивки, и динамик с этими двумя пассивками двигается. Значит, я все сделал правильно. Осталось дождаться, пока все высохнет, и тогда я навалю бас. Ну вот, ребят, силикон уже засох, и теперь можно наваливать бас на этой колоночке. И, кстати, я выяснил то, что эта колоночка играет громче, если ее не подключать к телефону, а вставить в нее карточку памяти. И вот я здесь подготовил карточку памяти от Kingston. Ссылка, кстати, будет в описании, она очень хорошо подходит к этой колонке, я думаю, и к другим тоже.
Ребят, это, конечно же, хорошо, но хотелось бы еще больше баса. Вместо одного динамика нам надо три динамика, которые будут выдавать бас. Значит, эти пассивки мы уберем обратно, вернем назад родные динамики, они достаточно хорошие, они подвижные, я так понимаю, они могут бас выдавать, просто схема на них не выдает бас. Но я решил так сделать, то что провода, которые на них идут, я только один из этих проводов возьму, а второй провод я подсоединю к большому динамику. И поэтому я получу какой-то стереоэффект, и также я получу больше мощности с большого динамика. Так, что-то пошло не так, и из колонки валит дым. Как-то очень странно все получилось. Пока я подключал по этой схеме один динамик, он работал нормально, но когда я подключил два динамика по этой схеме, то что-то в схеме перемкнуло, и та часть усилителя, которая выдавала звук на сабвуфер, она теперь не работает, то есть эта часть сгорела, поэтому и дым пошел из коробки. Но левый и правый канал работают, но теперь, естественно, колонка уже не будет раскачиваться, потому что эти динамики, они не имеют достаточного движения. Все-таки основной динамик был этот. Поэтому эта колонка не может участвовать дальше в таком состоянии. И я могу эти динамики только использовать теперь с другими колонками, так как усилитель в этой колонке наполовину сгоревший. Вы не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на мой канал, жать колокольчик, хуярить мои любимые комментарии, как всегда. И до новых видео. Пока.